Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня мы находимся в культурном центре Алани, где происходит торжественное событие для всех, для журналистского сообщества Алани. Мы выбираем нового президента Ассоциации журналистов, а также здесь будет проходить торжественное награждение журналистов за лучшую статью, фотографию и так далее. Ну и, конечно же, будет проходить награждение рекламщиков и дизайнеров. В этом году мы получили награду за лучший дизайн рекламы. В общем, как проходят такие мероприятия, покажу вам. Поэтому оставайтесь с нами, думаю, что будет интересно. В культурном центре Алани на самом деле проходит очень много важных мероприятий, выставки, концерты. Здесь проходит представление театра для взрослых, для детей. Вот здесь вот есть афиша и касса. И здесь можно посмотреть, какие спектакли будут идти в ближайшем будущем. Сейчас на втором этаже открывается выставка. Вот так вот выглядит культурный центр Алани. Здесь есть вот такой вот большой ящик, куда можно также сбрасывать книги, которые вам не нужны. Потом их распределяют по школам и библиотекам. Зал, где проходит конгресс, выглядит вот таким вот образом. И нам, как участникам, выдали вот такие вот папочки и именные кружки Айхану и мне. Как я уже говорила, будут проходить выборы нового президента Ассоциации журналистов. И в этот раз единственный кандидат – женщина. И нам подарили вот такие вот красивые именные кружки с эмблемой Ассоциации журналистов и именные, где написано мое имя. Также нам выдали вот такие вот папки. Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри, как обычно, ручка, блокнотик, вот такой вот красивый брелок USB, очень классный, тяжелый. Ну, ручка и... Konuklar, öncelikle sizleri AGC yönetim kurulunca yapılan çalışmalardan derlenen Sinevizyon gösterisini izlemeye davet ediyoruz. Buna mikrofon almak zordur ama bu gençlere yol gösterdiğiniz için, Alanya'ya renk kattığınız için bugüne kadar çalışmalarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Kaymakamım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörlerim, Sayın Siyasi İlçe Başkanlarım, çok değerli Antalya Cemiyet Başkanım, Alanya Cemiyet Başkanım. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Başsavcım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, öncelikle hem Antalya'nın hem de Alanya'nın Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, değerli konuklar, hepinizi saygıyla... Anastasia Petrova Çetinkaya'yı sahneye davet ediyorum. Ödülünüz vermek üzere Alanya Emniyet Müdürü Sayın Alper Avcı'yı sahneye davet ediyoruz. Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Mevlüt Yeni'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Вручение наград закончилось. Третий год подряд нам вручили награду за лучший дизайн рекламы. И если вы не знаете, то в описании к этому видео я ставлю ссылку на то, чем мы занимаемся. Потому что ведение блога – это не моя основная работа, а наша основная работа. И чем занимается наша компания – это брендинг, маркетинг, дизайн, печать и так далее. Поэтому, если вы не знаете, то переходите по ссылке в описании, где я рассказываю полностью о том, чем мы занимаемся. И третий год подряд наша фирма получает вот эту вот награду. Очень, очень приятно быть лучшими в дизайне, по крайней мере, рекламы в Алании, но а жюри, стамбульское жюри принимает решение. Поэтому
Если вам интересно более подробно в нашей деятельности, ссылка в описании. И если вы не знаете, что такое брендинг, обязательно читайте в интернете, потому что все, что окружает вас, нас, все сделано дизайнерами. Поэтому самые главные люди, так или иначе, это дизайнеры, которые создают все то, чем пользуются люди на планете. И в нашем маленьком офисе в Алании мы тоже создаем очень классные и крутые бренды. Ну а сейчас будет продолжение, будет конгресс, где мы будем выбирать нового президента Ассоциации журналистов Алании. Gündeme alınması lazım. Yani gündeme alınmasını oylayacağım. Daha sonra müzakere ederiz veya etmeden bir oylamayla bunu Дорогие друзья, наша конференция и вручение наград закончилась. Сейчас 5 вечера. Мы идем прогуляться на Адам Латаш и покажу вам одновременно, что же происходит на Адам Латаш. В Алании началась апельсиновая пора. И посмотрите, какая тут красота по всему городу, апельсиновые деревья. Мы взяли с Айханом чай и сейчас идем в сторону пляжа. На пляже сейчас заход солнца, очень красиво. Тепло, да? Тепло. Сжак. Очень тепло. Каждый режим, да? 18-20 градусов точно есть, потому что вот я в пальто и в пиджаке, но в пальто я чувствую прям жарко. Поэтому погода сегодня просто фантастическая. Закат на пляже Клеопатры в декабре месяце. Очень комфортная погода, друзья. Ну и как вы видите, все готово к зиме. Сложены лежаки, столы, мягкие вот эти вот подушки. Все приготовлено к зиме до следующего сезона. Близлежащие пляжные бары все сложили вот под такими полиэтиленовыми накрытиями и сделали вот такое вот еще тут заграждение из песка, наверное, чтобы не унес ветер. В общем, мы на пляже, очень классная погода, море сегодня спокойное. Конечно же, никто не купается, но, как вы видите, народ гуляет. Очень здорово, очень красиво. Посмотрите, какие волны. Друзья, сегодня 15 декабря. Айхан решил не идти. Айхан вот там вот стоит. Видите, делает прямой эфир на нашей группе в Фейсбуке, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а субботним вечером мы пришли на пляж. Очень здорово и очень тепло, очень тепло. Море сегодня просто потрясающее. Необыкновенное.
Как вы видите, погода в Алане зимой, в декабре месяце, может быть разной. Сегодня был очень-очень теплый день, вечер теплый. А вчера, например, был сильный дождь и было очень холодно. Поэтому смотрите прогноз погоды. Прогноз погоды по ссылкам, которые я оставляю в описании ко всем видео. Поскольку это погода, то точно мы, конечно же, предсказать не можем, но смотрите по ссылкам Метеорологического института Турции, температуру воды и температуру воздуха. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся из нашей солнечной, вечно зеленой Алании. Посмотрите, какое небо. Небо просто невероятное. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. Приезжайте в Аланию в любое время года. Ну и, конечно же, отдыхайте здесь, наслаждайтесь Аланией, открывайте для себя Аланию, ну и, конечно же, Турцию. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, потому что будет скоро много интересных видео и уже есть на канале, поэтому всем добро пожаловать на наш канал и в Аланию. Всем всего хорошего! Пока-пока. Ну и как по скриптум к этому видео, друзья, хочу показать, что здесь детский парк, полон людей, народ прогуливается, здесь ребята занимаются спортом, баскетбольные площадки. На баскетбольных площадках очень много людей, здесь они тоже играют в баскетбол, волейбол. Есть столы, вот там дальше есть столы для тенниса. Тренажеры. Ну, в общем, очень много народу. Все гуляют, отдыхают, занимаются спортом или играют с детьми.